Приветствуем вас на канале Раиса Гриченко, дача, сад, огород, цветы. Итак, начинаем выставлять видео календарей, лунных календарей на ноябрь месяц 2020 года. Время московское, и первый по многочисленным заявкам такой календарь посвящен квашению капусты. Итак, лучшие дни для квашения капусты в ноябре 2020 года, время московское. Первый такой хороший период в Тельце, 1 ноября все 24 часа, 2 ноября до 10 часов. Далее у нас около 13 часов переход будет знак Близнецы, это время воздуха. Если близко в переходе, вот это можно при переходе сделать, то будет сухая и горьковатая капуста. Поэтому постарайтесь до 10 часов завершить эту работу. Следующий большой длинный период – Козерог, 17 ноября после 20 часов. Ну вот, есть люди, которые после работы вечером это делают, можно вот это сделать. Далее 18 ноября все 24 часа, а вот 19 ноября только до 19 часов. Снова же там будет время позже, время стихии воздуха, поэтому постарайтесь завершить эту работу до 19 часов. И еще в конце месяца замечательный период, снова же смотрите, какой длинный, 27 ноября после 7 часов утра, 28 ноября все 24 часа и 29 ноября до 15 часов нужно завершить вот эту важную работу. Ну что ж, Раиса Гриченко и Александр Волик подготовили это видео. Желаем вам удачи, всего самого доброго. Квасьте капусту, пусть она будет у вас свежая, вкусная и наполняет вас хорошим настроением и витаминами. Всего вам доброго, до новых встреч в новых видео.